Привет, ребята, опята, меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Ну, наконец-таки, ура! Я могу вас с уверенностью поздравить, что мы дожили с вами до лета. В это прекрасное теплое время года хочется просто-напросто жить и наслаждаться природой и погодой. И поэтому в честь такого события мы сегодня с вами научимся играть песню Аллы Борисовны Пугачевой под названием «Звездное лето». Но для начала бери укулеле в руки и погнали учиться. И по традиции давайте начнем с аккордов. Тут они, в принципе, у нас с вами не суперсложные, просто будут в разном порядке в зависимости от части песни. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее к этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу, а третью струну на втором. И получается аккорд ДМ. Следующий аккорд, аккорд ЕМ, или по-другому я называю для детишек своих учеников лесенка. Мы зажимаем с вами первую струну на втором ладу, далее вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. И получается, собственно, лесенка. Следующий аккорд, аккорд С. Зажимаем просто первую струну на третьем ладу. И завершающий аккорд, аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И получается АМ, ДМ, ЕМ, С и G. Будьте внимательны, порядок аккордов будет разный в зависимости от песни. У нас тут с вами есть вступление, куплет, переход и припев. И везде будут какие-то виды изменения. Поэтому отдельно научитесь зажимать эти аккорды. Глазками пройдитесь по раздатке, которая опубликована на своем бусте. Обязательно подписывайтесь туда. Или просто смотрите на экране, сейчас вам все продублирую. Разбор на укулеле. Поехали, посмотрим, что у нас с вами по правой руке. Так как это такая песня у нас длинноватая в оригинале она была, можно сделать следующее. Брать несколько каких-то боев, или если вы там в зависимости от вашего уровня игры, то что вы можете сыграть. Можно играть все через троечку, по-другому это вниз, вниз, вверх. Раз и два и, раз и два и. Тогда получается вся земля. То есть в основные аккорды тогда этот бой будет играться у нас с вами по два раза, а на такие аккорды я их отдельно выделила по одному. Можно взять бой пятерка, по-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Со счетом это раз и, два и, три и. То тут такой же принцип, мы играем с вами два боя на один аккорд основной, а дальше по одному разу выделенными. Сейчас покажу, что я имею в виду. Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. И по традиции, конечно же, завершает этот аттракцион невиданной щедрости ваш любимый бой шестерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Со счетом это раз и два и три и четыре. Раз и два и три и четыре. Тут же мы делаем следующее. На основные аккорды мы играем его по одному разу, а на выделенные аккорды мы его делим. Или же в этот момент мы играем бой тройка. Посмотрите, что я имею в виду. Или мы играем так. Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. То есть я в этот момент сыграла на ДМ и на ЕМ тройку. Или же можно его нормально поделить, этот бой шестерка. Тогда у нас получится на аккорд ДМ в моменте и по ней я бегу. Бегу. Мы сделаем так. Получается на ДМ у нас будет играться вниз, вниз. А на ЕМ мы доигрываем вверх, вверх, вниз. И вот это вся. А колесица шестерки, смотрите, то есть типа... Медленно темпе. Давайте эту строчку полностью. Вся земля... Вот, это интереснее на самом деле, если вы до этого никогда не делили толком шестерку на два аккорда отдельно, пожалуйста, потренируйтесь. То есть тут нужно так быстро переходить с аккорда на аккорд. Если вы хотите, чтобы эта часть, например, песни была более напевной, берите любой рисунок перебора, который вы умеете играть, да банально, то же самое 4-3-2-1.
Ну а также можете обратить внимание на мою книгу, где я все подробно рассказываю в одном месте. Разные варианты популярных рисунков боев, разные варианты популярных рисунков переборов. Так что все ссылки в описании, чекайте и смотрите. В целом, в зависимости от части, вы можете эти аккомпанементы менять. То есть в куплете взять один бой, в переходе другой, в припеве другой. Все зависит от вашей креативности. Не буду вас тут ни в коем случае останавливать в чем-то. Давайте немножко будем это все собирать любым выбранным вами боем. Песня у нас начинается со вступления. Вступление у нас с вами играется аккордами. И при этом можно петь, распевать там на слог. Обратите внимание, те аккорды, которые я выделила отдельно, мы помним, что на эти аккорды у нас с вами или играется по одному разу выбранный бой, или он делится пополам, если он, например, шестерка. И посмотрим, что и должно получиться. Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, и звезды лета светят мне даже днем, даже днем. И идет, собственно, переход. Поехали дальше. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мной мчалось, за мною вслед. Пойдет у нас с вами собственный припев. Лето, ах, лето, лето звездное звончатой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. На-на-на-на. Опять проигрыш пойдет. На-н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 а. И еще раз. Сейчас объясню. Смотрите, переходы и припевы, у нас так как вообще тут три куплета, они будут одинаковыми. Я вам рекомендую следующее. Смотрите, отдельно, пожалуйста, отрепетируйте связку аккордов в куплете, потом в переходе, потом в припеве, потом это все потихонечку собирайте. Не нужно сразу все галопом по Европам соединять. Понимаете, что что-то идет не так, пожалуйста, отработайте в медленном темпе левую руку, правую руку, и только потом соединяйте. Вот этих проигрышев, в нашем случае это выигрыш, никто не проиграл. Смотрите, если вам нравится, оставлять. Вы можете просто оставить его как вступление, больше потом не повторять, или повторять после каждого припева. В общем, дело за вами. Отдельный момент хотела обратить внимание, как же переходить, собственно, с каждой части на другую, потому что там нет как таковой паузы между аккордами, и нужно сразу, собственно, вступить куда нужно. Я предлагаю вам ни в коем случае не укорачивайте квадрат, то есть не укорачивайте бой, который вы играете, доиграйте и только потом переходите к следующей части. Вот у меня идет вступление, и мне нужно потом сразу вступить на куплет, при этом не потеряться, что мне нужно делать. Что я делаю? Смотрите, то есть я доигрываю это, собственно, вступление-проигрыш. То есть там на-на-на-на-на-на-на-на. То есть я этот аккорд им полностью доигрываю. На-на-на-на-на-на-на-на. Вся земля. То есть я на последние вот эти вниз-вверх удары, что принадлежит АМ, начинаю петь слово «вся земля». Так касаемо первых двух слогов каждого куплета. То же самое дальше. То есть светят мне даже днем я так хочу. То есть не выкидывайте эти аккорды АМ, но если вы чувствуете, что прям вообще до талого не получается, то сделайте это хотя бы осмысленно. То есть если вы, например, сыграли «светят мне даже днем я так хочу». То есть тогда просто сбросьте, сыграйте один удар вниз на аккорд АМ. Можно так делать, нормально, звучит тоже симпатично. Главное, не теряйтесь, пожалуйста, и такие: «О, боже мой, я что-то там играл, переиграл, не доиграл аккорд». В общем, чтобы такого не происходило, старайтесь сохранять квадратность песни. То есть, чтобы с каждого кусочка было достаточно. Ну а так как у нас с вами следующий куплет, второй и третий таким же самым образом исполняются, поэтому давайте не буду тратить ваше драгоценное время, соберем сразу от начала до конца. На-н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 а
чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. На-на-на. За собой я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Чтоб оно за мной мчалось, за мною след. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь. Если у вас остались какие-то вопросы или просто непонятные моменты по песне, то обязательно почекайте по тайм-коду, я там все расписала и подписала. Не забывай писать в комментариях свои предложения на следующие видео. Это может быть разбор какой-нибудь песни, мелодии, а может быть целой музыкальной темы. Так что все зависит от тебя, обязательно пиши. Ну и, конечно, по традиции хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на Boosty. Вот эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, различные фишки-плюшки, ну а самое главное — мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.